Всем привет! Вот и у меня вышла распаковка. Должна она была быть перед Новым годом. Ну, как получилось. Поздравляю всех с наступившим. И посмотрим товары, которые мне пришли. Заказала я вот такой себе новогодний зимний чехол на телефон Samsung Galaxy A71. Все с ним нормально, все совпало, все отверстия. Рисунок мне не понравился из-за того, что он весь растянутый и пиксельный. Это единственные косяки, которые идут на этих чехлах для этого телефона, который чехол уже заказываю, и вот одна и та же проблема. Также заказала пластины для стемпинга Nicole Diary. Здесь у меня пластины от Bon Pretty, пластины серии Kun Cat и одна Animal 06. Котики, как же без них. И пластины Kun Cat L07 и L008 у меня лежали давно, из другого магазина, правда, они у меня лежали в корзине, ценник на них кусался, я их все не покупала. А потом как-то зашла в официальный магазин Bon Pretty и увидела эти пластины по 134 рубля, ну, грубо говоря, там 135 рублей без копеек. И я их заказала, потому что это было дешевле, чем в магазине Nails Girl Store. Я решила собрать эту всю коллекцию пластин, и, соответственно, они теперь все у меня есть. Далее я еще заказала штампик. Такой штампик у меня есть с голографической подушечкой, но он мне приходил не в коробке. Обратите внимание, что сейчас они их стали упаковывать в коробочку, это хорошо, подушечка не рвется, но подушечка мне все равно пришла с небольшим браком. Уже кое-какой дефект есть в том виде, что подушечка начала уже рваться. Не знаю, не проследили, просто вот посмотрите, маленький косячок, конечно, сбоку неприятно. Спор я не открывала, и еще такой момент, с этими скрипками не идут, с этими штампами не идут скрипки. Покупала я этот скребок для пластин Лесли. И еще у меня пришла маленькая посылочка. Это новогодние наклейки. 56 рублей. 57 там без копеек они стоили. Плохо, что такие наклейки, которые идут дешевле, они идут без целлофана, без упаковки. Их хранить надо какой-нибудь пакетик искать, чтобы они не отклеились и не улетели ваши наклейки на другой слайдер или на ту поверхность, где вы храните. Также мне пришла пластина PicTu, тема Хэллоуин. Выпустили они ее позже, ну, в общем, я ее заказала. Она очень классно смотрится. И приступим к тестированию. Здесь я уже сделала себе, снимала тестирование 4 января. Посылки, сами видели, мне пришли почти что в середине декабря, соответственно, я их за кадром тестировала очень много. Дизайнов покажу уже готовых. И сейчас я протестирую штампик на пластинах Лесли. У них очень тонкая гравировка у этих пластин. И не все штампики с этой пластины работают. У них есть свой штампик с такой же высокой подушечкой. Он двойной, но с одной высокой. И посмотрите, данный штампик поднял рисунки замечательно. Без проплешин, не исказил. Все хорошо. Штампик рабочий, стоит он 135 рублей тоже, где-то так я его покупала, 134-135 рублей. Так как штампик Лесли стоит в районе 500 рублей, и у них не продается сменных подушечек к штампу. К данным штампам на Алиэкспрессе можно еще найти подушечки, конечно, уже не без приключений, потому что эти штампики не во всех магазинах стали продаваться, и, соответственно, подушечки для них уже тоже трудно найти. И вот такой у меня был новогодний маникюр. Использовала я слайдер на правой руке от Анны Ткачевой, а на левой руке у меня слайдер Duck Print. Это 3D-слайдеры, очень классные коровки. Так, и каждой пластине я буду показывать уже готовые результаты, которые я делала. И буквально по нескольку рисунков отпечатаем, чтобы пока проверить, что пластина рабочая, и чтобы посмотреть размеры с типсами. Типсы
Это, скорее всего, тройки идут по размеру. В общем, крупные. Ну, даже для среднего пальца у меня они крупные, большие. А для большого они у меня по ширине узкие. Так что вот так вот. И что хочу сказать по пластинам. Пластины все рабочие. Вот этот штампик, конечно, не со всеми пластинами работает. Вот посмотрите, здесь очень тонкая, неглубокая гравировка. Рисунок он не очень поднял. Полый. А одиночные рисунки линейные поднимает хорошо. Потом я возьму еще свой двойной штампик. И мы все посмотрим, что пластины работают с разными штампами.
Thank you.
Еще раз поздравляю всех с наступившим Новым годом. Желаю всем удачи, успехов и всего хорошего. И жду вас в следующем видео. Пока-пока!